Я не хочу знать, кто ты такой. Я Гордон Фримен. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить. Все. Я благодарю тебя за помощь. Это твое решение. До свидания. Рад был познакомиться. Так, идем. Итак, вводим, нажимаем Б. Марвин Б. Нажимаем F2. Ой, F3. Да, F2. И вводим Insert. Sleeper. Сейчас посмотрим, как правильно пишется. Insert sleeper. И нажимаем Enter. Вот самое главное, чтобы к нему близко не подходить, к спящему. Сейчас мы F2. Сказал F2. Сейчас мы подойдем к нему, посмотрим на него, на спящего. Ой. Ой, он мне... От него подальше. Вот он. Какой спящий. Здорово. Я тебя не боюсь. Спящий. Ути, какой ты хороший. Пупсик. Ладно. Ладно, другой F2. Нажимаем. И пишем Insert. И большими буквами CH. У этого персонажа можно выбрать гильдию и уровень. Допустим, уровень у меня, допустим, 30-й. Да. И так, гильдию выберем. Допустим, кто будем мы? Допустим, маг воды. И можно повысить свои камф. Это связано с войной, оружие, все остальное, луки. Допустим. Получение с... Допустим. Магия можно выбрать. Круг обучения. Всего обучений 6. 6 кругов. И разные... Допустим, подкрадывание может обучиться у него. Что еще может обучиться у него? Кражи. Так, посмотрим, что еще можно у него обучиться. Кражи, второй уровень. Просто будем риф конкретный. Так, акробатика 10. Допустим, что еще? Обучение. Скрытие замков. Ну, в общем, ладно. Интересно. И еще можно ввести, допустим,
F2 нажимаем и пишем insert HC. Нет, неправильно. Как там было? Забыл. Insert. Ой. Ты куда идешь? Так, мы обучились магии первый круг уже у нас. Подкрадывание обучено, и акробатика тоже обучена. Назад. Контраст helper. А. Ух ты. Ничего себе. В той стороне барьер стоит. Вот. В общем, не проскочим никак. Вот так что. Кажется, нас грохнули. Я нажал F. Я скажу вам, какой F нажал я. F8 я нажал, чтобы... Так. Итак, прокачиваем силу. Back. And... В общем, вот такие вот читы. Кому было полезно это видео, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал.